Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий праздник. Наступил священный ураза Айд. По всей стране в честь великого праздника был прочитан Айд-намаз. Ураза Айд венчает собой месяц поста Рамазан. К нему приходят духовно и физически очищенными. В этот великий день Жамагат благодарит Всевышнего за его милости, желая друг другу мира, добра и благополучия. Ураза Айд. В дни Ураза Айда мусульмане в праздничных нарядах идут на Айд-намаз в мечеть. В эти дни принято навещать и приглашать в гости родных, близких, друзей, говорить добрые пожелания. Праздник сближает людей, укрепляет веру и пробуждает самые лучшие чувства. Первый день Ураза Айда был ознаменован большим добрым делом. В этот день за счет пожертвований фонд «Зекет» многодетной семье были вручены ключи от квартиры. Отметим, фондом на сегодня передано многодетным и малоимущим семьям по стране 74 квартиры. К Ураза Айду на территории мечети были установлены белоснежные юрты, накрыты дастарханы. Подготовлена праздничная программа, состоялись состязания по национальным видам спорта. Калымжан Жамназар, Ежес Абдельда, Талгат Сыдыков, Турихан Кожахмедов, телеканал Кызылорда.